Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы играем в God of War, третья часть, ребята. Продолжаем наше путешествие. Так, что за ворота, куда здесь надо? А. Подожди, как ты меня уже достала, а, коняга ты? Давай, иди уже, мне кажется, уже финальная битва скоро состоится с тобой. Я тебе что только уже не отрубил, и челюсть выдернул. Давай! Только аккуратно, меня сильно не легай. Куда бить-то надо? А, ну серия это идет, в принципе. А, вот такой я забыл еще это... Нажать, оказывается, две клавиши нажимаешь, и, правда, тратится магия. Но ничего, можно бить его хорошо вот таким ударом. Он изрядно нам жизни-то потрепал. Смотри, нам за речку бы где-нибудь. На тебе еще! Супер удар. О, поехали! Завершение. Ой, не ту клавишу нажал. Это треугольник надо было. Че, опять бить надо, да? Ладно, давай еще побьем. Жизни маловато у меня. Вот, все, 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 пока нормально. Может и хватит жизни. Треугольник. Еще разочек наноси удар. Ну, хорошо пошло, давай. Ба-бам, Кратос вообще, что только он не вытворяет. Он как цирковой артист, короче говоря. Все, видал что? Со мной шутки плохи, я эти еще раз говорю. На меня нарываться не надо, я все-таки тоже бог, как бы. Или не бог, полубог, я не знаю, кто я на самом деле. Так, что надо сделать? Что надо сделать? А, подожди, штука вот эта валяется, надо, наверное, набить ее сначала. Да подожди ты. А, кстати, у меня жизни восстановились, нормально. На, получи. Распишись и получи серию ударов. Бабамс. И начинаем раздвигать. Начинаем раздвигать. А вот там, наверное, дерево вот это валяется. Его и нам и показали не просто так. Хватай быстрее. И туда его. Все четенько. Че? Будешь еще нарываться? Наверное, уже не будет. Все, я тебя спас, деревяшка. Надо дальше продвигаться наверх, потому что до Олимпа очень высоко и очень далеко. Давай, быстрыми подтягиваниями, так сказать. Стоп, куда я? Ага. Внутрь дерева, что ли? Ладно, пускай. А куда дальше идти? Вон оно что, я тут должен просочиться, так сказать. Своими большими мышцами пролезть. Парень крепкий, но даже в такой узенький проем я смог залезть. Так, уже интереснее, куда-то мы все идем и идем. А это что за желтая смола какая-то, или что у нее тут? Слушай, точно, это смола, наверное. Но нам ее не взять, ничего. Так, быстрое перемещение. Так, нажмите, удерживайте. А, вон как надо было спускаться-то быстро, чтобы свалиться вниз. Полетели. Здесь что? Справа что-то моргает. Сердце Геи. Это сердце, получается, этой деревяшки. Так, и что нам с ним надо сделать? Нам как-то ее спасти надо. Как-то ее спасти? Ну, мы сейчас... Все, опять сюда показывают, что-то сделать надо. Перемещение предметов. Чтобы переместить объект, удерживайте R1, отклонитесь в нужном направлении. Ну хорошо, я переместил, а дальше что? Поворот, чтобы повернуть предмет. Отклоните R вправо-влево. Бамс.
А, вот куда-то задвинул я. Это получается путь, продолжение пути. Вон там мне не хватало маленько пути. Не хватало деревяшек на этих, но мы залезем по ним, я думаю, куда-то наверх. Быстрые перемещения — это крест. Давай, побежали наверх. Так, куда ты лезешь-то? Давай правее маленько, а? Прыгай. Боевой таран. Схватите противника с помощью нолика. Нажмите квадрат. Ага. А вот это уже интересно. Это хороший прием. Будем использовать. Ну-ка, хватай его. Потащили. Вот это таран, я понимаю. Ну-ка, давай. Дальше куда? Все, он один, что ли, здесь? Еще живучий такой, ты посмотри на него, а. Так, ну туда не пускают. Значит, куда-то. А че, почему не пускают? А, вот, пускают, все нормально. Опачки, я чуть не упал. Ну ладно, смотри как. Так, а как с этими бороться? Да, просто бить и все. Опа, зацепиться. И наверх куда-то мы на голову, по-моему, вылезли. Ты че, еще живой, что ли? Не пойму тебя вообще, как ты так умудряешься? Уже что только с ним не сделал. Бросаешь вызов мне, смертный, олимпийскому богу. Точно, Посейдон. Истинный воин не прячется, Посейдон. Выйди из моря и сразись со мной. Я научу тебя почтительному отношению. Давай, научи меня, я тебя сейчас буду учить. Смотри, что какой дерзкий, а. Я тебя научу. Я не посмотрю на то, что ты такой здоровый и крепкий. Так, что надо? Надо вот эти шипы их бить. Зацепился, не надо, чтобы он тут держался. Так, супер удар пошел. Ой, рано, поздно точнее. Чё? Куда, подожди, стой, я не успел. Запрыгнул, дальше-то что? Куда мы полетели-то там, подожди. Ты шарахнул-то, я понимаю, что... А, вот, давай вот супер, сейчас супер удар пошел, вот, хорошо. Эй, ты чё так вообще сильно мне ударил? Чё, бить его надо дальше? Давай еще супер удар. Пошел нафиг, ты нифига ты лупишь. Эй, да стоп, ты чё, дайте убежать хотя бы, а. Смотри, что ничего не дает сделать. На! Теперь мой выход. Эй! А, вот так можно серию ударов ему продолжать наносить. Сейчас, только у меня уже мана заканчивается. Ой, получилось, только надо наверх куда-то бежать быстрее. Пока он там, это, в отключке. Быстрей. Слышь, Посейдон, ты чё там, на кого нарывался? Ой, не тот нажал, не ту кнопочку нажал. Все, простите, извините, ушел, все, обратно. Эй. Сейчас, подожди, я чуть отдышусь и с тобой поговорю по-нормальному. Не надо меня бить. Я маленький для тебя, ты чё, маленьких обижаешь? О, в этот раз он быстрее, кстати, уже контузию свою, это, в контузии оказался. Давай, быстрее, пока он не очнулся. Так, что там было? Треугольник. Крест, не отвлекаемся. Вот так, раз. Давай. Ну, на кого нарывался? Бабам! Все, сдаешься? Или мне еще с тобой поговорить надо?
Живучий какой, а? Эй, не трогай ее, ты че? Бедняжка, как же ее уже всю истрепали. Так, давай, ты опять со своими конями здесь. Посейдон, ты посмотри на него, а. Ладно, давай. Еще разочек тебе сделаем так же. Ну, бей его, бей, бей, размахивайся посильнее прям. Он не дал ударить, ничего себе. Еще и прессует. Подожди, не надо, не надо обижать ее. Ты че? Так, мне что сделать-то? А, удерживать надо. Че сейчас? Удерживаем. А, мы куда-то поскакали. Поскакали быстрее, быстрее, быстрее. Лупим, есть, готово. Все, отпускай. Давай, с кулака его. Бабах. И я тут полетел. Эпично, вообще игра очень эпичная. Классно все выглядит. Я полетел куда-то. Бах, я схватил Посейдона. Все, иди сюда. Будем разговаривать с тобой по-нормальному, по-мужски. Рост у нас одинаков теперь, все. Теперь поговорим по-обычному. А все твое вот это творение, сейчас оно все разрушится и упадет куда-то вниз. Давай вставай, че ты? Затеял тут, значит, борьбу со мной. Иди вставай. Зевсу стоило оставить тебя там, где тебе место. Неважно, сколько богов падет, среди нас всегда найдется тот, кто сразится с тобой. И они все падут. Гибель Олимпа — это гибель всех нас. Так готовься встретить смерть, Посейдон. Понял? Ты меня понял, нет? Ой-ой-ой, больно как ему, наверное. Все, расправились с Посейдоном почти. Все, после этого он точно не будет нарываться на нас. Вот таким образом с богами борются. Че, прыгать собрался, что ли? Иди сюда. Ты никуда не уйдешь, я же тебе сказал. Так, что надо? Ага. Ой! Все, вот теперь можно прыгать. Пока, пока. И с Олимпа ты рухнул просто вниз. Бам! Сейчас, наверное. Разорвется все, да? Точно, точно, смотри. Ой, людей-то не надо трогать. Вы что, ребята, еще сейчас снесет все. Вот так вот Посейдон упал. Ну ладно, нефиг было на меня наезжать, да? Нефиг. Вот такой вот Кратос, ребята. Так, деревяха пришла. Кратос, в нашей власти погибель Зевса. Влезай на мою руку. Сейчас запрыгну. Ну все, с Посейдоном расправились, ребята. Давайте увидимся теперь в следующей серии. Всем удачи, всем пока, спасибо за просмотр, поставьте лайк видео и до встречи.